Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deo Matiz 2011 года выпуска. Двигатель 0.8, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 56 тысяч километров. Побежала прокладка клапанной крышки. Поднял капот, натянуть ремень генератора, а увидел, что клапанная бежит. Заказал прокладку, вернее не заказал, съездили, купили. Сейчас снимаю клапанную крышку и меняем прокладочку. Для этого мы откручиваем, отсоединяем и отводим в сторону катушку. Головка на 10. Снимаем разъем. Убираем в сторону. Теперь здесь нам проводка не мешает, но быстрее всего нам будет мешать, хотя вряд ли, вот этот кронштейн, который у нас держит ресивер впускного коллектора. Ну, гадать не будем. Откручиваем 6 болтов крепления клапанной крышки. Болты под шестигранник. Шестигранник на 5. Вот это да. Чтобы грани не посрывать, болт остучу маленько. Прокладка подтекает. Давно пытались зажать болтами. Болты затянуты, но не держат. Болту конец. Шестигранник слезала. Берем отмычку.
надо было изначально не доводить до того, чтобы сорвал грани я. А надо было сразу взять зубилом, сбить, расшевелить и открутить. Болт все равно под замену. Но у нас есть два веселых болта, до которых нам еще предстоит добираться. Теперь два веселых болта, до которых подобраться не так удобно, но которые открутить надо обязательно. Так, разъем я снял, проводку в сторону отвел немножко, здесь накидной одеваю, трещоточный. Здесь я вот вставил шестигранник через удлинитель 1/4 на 100 миллиметров. Ой, головку вынул. И смог простучать и открыть, открутить. То есть. Снял последний болт. Ну и что нам остается, только снять вентиляцию. Вот она начала отходить. Здесь она упирается в кронштейн, поэтому поднимаем крышку и снимаем ее. Буду надеяться, что крышка выйдет у меня. Да, вообще без вопросов, крышка снимается. Снимаю вентиляцию. Вот и все. Прокладка обжата полностью. Ставлю новую. Кстати, двигатель-то делался. Видно, как щеткой по металлу чистили. Теперь что? Очищаю площадку на головке от масла, от грязи, потом обезжириваю. Маленько помыл, чуть-чуть протер, особой чистоты не добивался.
беру новую прокладку 945-80-083. Скажу, что брать лучше оригинальную. Дубликаты нормально не ходят, быстро начинают бежать. Заправляем ее в паз по периметру. Герметиком не мажу. Прокладка новая. Обжимается хорошо. Единственное, когда установим, нужно будет убедиться, что она легла ровно, не выскочила из крышки и не зажмется неправильно. Все, переворачиваю, стоит на месте. Теперь аккуратненько устанавливаю на место. Так. Патрубу вот эту потом отдену, сапун. Здесь болты взял, которые сорвал, два новых. А сзади выбрал, которые поживее, и поставил их. Затягиваю болтики. Клапанную крышку я затянул. Ставлю маслозаливную горловину на место. Ставлю патрубок вентиляции. И ставлю на место катушку, одеваю разъем, наживляю и прикручиваю ее. Так. Все, катушку затянул. Прокладку, крышку клапанную тоже затянул. Разъем одел. Патрубок одел, шланг одел. Все. На этом замену прокладки клапанной крышки я закончил. Всего вам доброго.